Всем привет, с вами я, Ампер, и сегодня я продолжу снимать летсплей по игре Minecraft на версии 1.6.4 с модами под названием Electro Adventures. Итак, что же, приступим. Что же я хочу сделать с фермой? Собственно, вы можете видеть уже, что вот я посадил сюда тростник. Зачем я посадил тростник? Дело в том, что тростник нам в будущем понадобится, потому что из него делается бумага. То есть это ценный ресурс, надо сказать. А я хочу сделать ферму не только... А теперь я хочу еще сделать ферму не только моркови, но и пшеницы. Да, что их у меня уже тоже семья довольно-таки достаточно. Итак, что же, я уже все необходимое взял... землю, семена, морковку, ну, в общем, все, что необходимо, да. Так, воду я, вот там, видите, у меня вейпоинт озеро, вот я вне серии туда сходил, поставил вейпоинт, и вот оттуда вот эту воду взял, да. Так, ну что ж, давайте раскопаем, сколько нам надо блоков. Ну, я посажу, наверное, 10 моркови и 7 пшеницы, то есть 17 блоков, считаем, 1, 2, 3, 4, То есть уже 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Угу. То есть вот столько, да. Столько. Сделаем как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас все это мы аккуратно землей вот так вот обложим. Вот. Ай. Как так? Как так? А, ну, у меня бывают иногда такие вылеты. Сейчас вернусь. Ой, господи, продолжаются вылеты майна. Я, ну, не знаю, значит. Ну, видать, очень много модов. Да, я установил. Блин, а я забыл сделать очень важную вещь. Я забыл, угадайте, что? Я забыл скрафтить мотыгу. Я думаю, что нету смысла крафтить железную мотыгу. Я не собираюсь, как бы, блин. Где здесь палки? Да. Мне нужны палки. Фу, я уже испугался, что у меня сейчас опять что-то вылетит. Да. Что, ну, уже все часто вылетает. Что я уже просто обакакиваюсь очень часто. Так, я думаю, пока вот это вот можно убрать. Да. Так, что же. Поехали. Вот. Мотыгой копать. Вскапывать всю вот эту вот землю. Так. По-моему, я ставил сложность на легкую. Что-то мобов я как-то не шибко вижу. Очень странно. Так. Собственно, я думаю, вода до всех этих уголков огорода у нас должна достать. Да, я на это надеюсь, по крайней мере. Итак, собственно, с этой стороны у нас будет морковь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А вот с этого уголка у нас пойдет пшеница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. И вот этот вот здесь будет как бы, ну, вот такая вот пробелина, которую мы, я надеюсь, в скором времени, ну, заюзаем чем-нибудь. О, тростник, кстати говоря, вырос. Классно. Собственно, появляются слизни. А, стоп, а у меня еще не отображаются мобы на карте. Сейчас. Че, серьезно, что ли? М. Радар. Включить. Блин. И опять у меня out of memory. Блин, вот я не знаю, у меня с Майнкрафтом начались проблемы, я не знаю, может это из-за модов. Вообще я думаю, что если летсплей будет уже, вот я не знаю, может я... Я думаю, что я еще одну серию, может две тут
проиграю, а потом я не знаю, что я. Может, я карты буду теперь проходить. Еще у меня на примете Diversity 2, на самом деле. Да, у меня на примете Diversity 2. Итак. Да, как можете заметить, у меня уже сундук тут забитый. Надо, что можно отсюда вот выкинуть. Отсюда можно выкинуть грибы. Нужны, тут все нужно. Хотя, вот это вот, например, нахрен не нужно. Да, тоже нахрен не нужно это. Сейчас. Вот это вот, вот эти две вещицы мне уже точно нахрен не нужны. Саженцы пойдем посадим. Собственно, эта серия выйдет, наверное, довольно-таки такой короткой. В связи с чем? В связи с тем, что у меня постоянно случаются вылеты Майнкрафта. Это первый, как бы, момент. Знаете, вот где-нибудь поближе к дому сейчас посадим. Это первый момент, то, что у меня постоянно майн вылетает. А второй момент, это то, что мне уже самому, мне почему-то вот больше сейчас хочется перейти на сборку магическую. То есть это вот Electro Adventures, ну, электроприключения. То есть здесь в основном моды связаны там с кирками, с вот этим всем барахлом. А я хочу играть уже на сборке с какими-нибудь там волшебными там палочками, какими-то магиями. Вот в этой сборке, в принципе, есть Таункрафт, но он, это электросборка, она сюда, он этот мод сюда не катит, как бы так сказать. Вот. Так, ой-ё. Ну иди сюда. Ну иди сюда, прыгает он на меня тут. Вот, зараза. Иди сюда, иди сюда. Вот так. Так будет с каждым. В какой-то рекламе, короче, так было. Так, пак, пак, так, 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 сяк, масяк. И потом с модами. Без модов у меня Майнкрафт более-менее пашет нормально. А с модами начинаются лаги, вылеты. До хрена всего плохого. Ну, вот как-то так. Не. Как-то так. Господи, сколько у меня... Откуда у меня столько саженцев, а? Мне тут хоть дубовую аллею разводи. Серьезно, давайте посадим вот так вот. Может, вырастет какой-нибудь большой дуб. Вот. Да вообще, это, по-моему, саженцы вот с тех вот деревьев, да. Я ж, по-моему, их рубил, или не их я рубил. А, нет, я их... Блин. И пока я очередной раз перезагружал майн... Неужели я все посадил? Да, счастье. Пока я очередной раз перезапускал майн, я подумал, давайте я проведу голосование в комментариях. Что мне лучше сделать? Вы напишите, вы, значит, какие два варианта в комментариях будут. Либо я буду читать комментарии, да, что мне лучше сделать. Мне лучше, как бы, уже, да, что вы больше хотите, вот, Electro Adventures или следующий летсплей под названием Magic Adventures. Вот. Мне просто интересно, что вы больше хотите. Также я, может быть, сделаю в будущем такую рубрику. Под названием... Ну, короче, в этой... Под названием... Сэндбокс. Это будет такая, как бы... дизайнерский такой летсплей, то есть где я буду, и там будет моды, связанные с мебелью, там вот наподобие, ну, сам библиокрафт, наподобие библиокрафта, хотя он в этой сборке, кстати, тоже стоит,
Я не знаю, я сюда просто напихал столько моду, что там уже просто они ссорятся, и из-за этого у меня вылетает. Надо меньше модов ставить было. Вот. Эй, до хрена их поставила, и вот сейчас об этом жалею. Собственно, это, наверное, будет самый короткий летсплей у меня на канале. К сожалению, у меня. В общем, будет рубрика Sandbox, где я буду вот с этими модами в креативе строить комнаты и потом вам их показывать. Собственно, я думаю, что вот карту, что сборочку, я вот эту сборку я к следующей серии прикреплю на нее, к следующей серии. Если на этой серии наберется два лайка, то на следующую серию, в описании к следующей серии, будет ссылка на скачивание этой сборки и также, наверное, уже и вот этой вот карты, да, на которой вот базировался летсплей. Ну что же, эта серия вышла, наверное, очень короткая, к сожалению, да. Тем не менее, что же, всем спасибо за просмотр, с вами был Ампер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, голосуйте в комментариях, продолжать ли мне этот летсплей или делать новый магический Magic Adventures. Что же, всем удачи и всем пока.